Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Инстаграме. Все ссылочки в описании. Сегодня 30 сентября. Отличная погода. Как всегда, жара. Где-то 27-28 градусов. Люди купаются. На небе слегка облачно. Уже прошел легкий дождик. На завтра обещают нам ливень. Вот видите, тучки ушли. Море волнуется. Проход на буны запрещен, поэтому я снимаю с пляжа. Люди по-прежнему купаются, загорают, отдыхают. Бархатный сезон в самом разгаре. С моря дует легкий ветерок. Приятно охлаждает в этот жаркий день. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!